Как вы отдыхаете, чем занимаетесь в свободное время? Мы в свободное время мы ходим в театры, на выставки, по музеям. Да, иногда мы любим ходить в кино с друзьями, собираемся. С большими компаниями Весело проводим время. Ну, свободное время чаще всего провожу с друзьями, езжу в кино, в боулинг, ну, конечно, компьютерные игры. Я практически не отдыхаю, так как у меня двое маленьких братиков. Отдых – это немножко полежать. Вы знаете, у меня мало свободного времени, поэтому я люблю пробежаться, люблю физически какие-то упражнения поделать, тоже люблю. Да, в общем, я, знаете, разносторонний человек. Занимаюсь танцами, вышиваю, вешу, вот, занимаюсь с детьми. Гуляем, ездим по разным городам, читаем, слушаем, очень любим музыку и интересуемся фотографией. Я стараюсь вести активный образ жизни, вот, и стараться совмещать как какие-то умственные занятия, так и физические, там, хожу на пробежки, в спортзал, стараюсь регулярно встречаться со всеми своими друзьями, старыми знакомыми. Свободного времени практически нет. Все отнимает работа. Но если выпадают свободные минутки, то это, как правило, семья. Какие-то поездки с ней. Величайшая загадка времени в том, что нам всегда не хватает часов и минут. И чем больше мы суетимся, тем быстрее летят секунды жизни. Цените время. Занимайтесь его полезным, а самое главное – любимым делом. Здравствуйте! В эфире Всем ТВ. Как вы уже догадались, этот выпуск посвящен отдыху. Для большинства людей отдых – это и отпуск, и выходные, и времяпрепровождение после трудового дня. А как обстоит дело во время работы либо учебы? Существует такое понятие, как гигиена труда. Что это такое и как это связано с отдыхом, сейчас поймете. Труд, как физический, так и умственный, зависит от многих факторов, в том числе от обстановки на рабочем месте, от организации производственного процесса и благоприятной психологической атмосферы. В народе обычно говорят: «Класс радуется, душа отдыхает». На производстве, созданием и поддержкой безопасности и здоровья производственной среды, которая будет способствовать полноценному физическому и психическому здоровью работников, занимается инженер по охране труда либо руководитель организации. Почему же так важно организовывать отдых своих сотрудников, мы узнали у специалиста. Для руководителя предприятия выгодно, чтобы работник, который у него работает, был здоров и давал максимум отдачи. Для этого существуют и обедные перерывы на некоторых профессиях, и перерывы через 45 минут работы, через час работы. Эти перерывы способствуют тому, чтобы те отклонения в параметрах окружающей среды, которые имеют место, те, может быть, нервные напряжения, напряжения различных органов тела, зрительный, слух и так далее, пришли в норму. Правильно организовывать режим дня нужно еще со школы. Однако не все знают, как лучше использовать время, отведенное на перерывы во время учебы. Вот еще несколько советов. Надо оставить рабочее место за столом и так далее. Дальше надо проветрить аудитории. Дальше надо походить, подвигаться. А там, где есть возможность большие перерывы, даже выйти на свежий воздух. Свежий воздух активизирует работу системы, основного мозгового аппарата, дальше органы дыхания. А потом все это скажется на физическом самочувствии. Поскольку у нас расстояние определенное от конспекта, от стола, от доски, перерывы, пользоваться моментом, есть возможность так мини-горизонта больше смотреть, чтобы глаза немножко приходили. Значит, вот этот анализатор зрительный приходил в себя. И вот работать за столом надо, конечно, если можно, прямой спиной. Эта фигура должна быть как у военных отработана. Что ж, умейте отдыхать с умом даже во время работы. С вами была Елена Стружкова. Все наши новости и другую полезную информацию вы можете увидеть на сайте всемью.ру. До встречи через неделю. Мира вам и взаимопонимания, друзья!